Что вдохновило Сергея Аксакова на написание «Аленького цветочка»? И где Владимир Даль пополнил свой толковый словарь? Съемочная группа «Туристического рецепта» побывала в знаменитой Тимашевской усадьбе, чтобы узнать все легенды и секреты старинного дворца. Приезжало много сюда, в усадьбу, различных творческих и знаменитых тоже людей, которые были здесь, в имении Тимашева. Новый маршрут «Туристического рецепта» проходит через Тюльганский район. ОРТ побывает на родине героя России Александра Прохоренко, а также отправится в одно из самых старинных сел Оренбуржья. Храм святой великомученицы Екатерины воздвигли еще в 19 веке. Сегодня эта достопримечательность привлекает не только паломников, но и туристов со всей области. Где в Тюльганском районе расположен серебряный родник и правда ли, что в его воде содержатся частицы благородного металла? Об этом расскажет новый туристический рецепт. В эфире уже 23 ноября на ОРТ.